Продолжаем видеообзор моих выставочных работ. Я художник Маргарита Чакова. Представляю вам работу в технике пастели. Называется она «Аллегория лошади». Почему такое прозаичное название? Придя в Эрмитаж, мне, конечно, очень понравилось полотно Рубенса, Персей и Андромеда. Но в этой картине, конечно, больше всего мне понравилась лошадь. Рубенс написал ее так, что создался такой незабываемый сюжет, и вообще очень красивая картина получилась, тоже аллегорическая, мифологическая, на мифологическую тему. Но техника там, конечно, масло-холст. Почему именно пастель и этот сюжет? Вообще, я смотрю на свою работу и вижу в ней не только Рубенса, хотя что-то здесь есть и от Нидерландов, и от Парижа в Франции, и от России. Да, драпировки, напоминающие цвета флагов. Итак, пастель. С чего все началось? Почему я написала эту работу? В Третьяковке была ошеломительная просто выставка «Искусство пастели». Чем она меня так ошеломила? Так это вот именно искусством пастели. То есть были представлены настолько интересные работы в технике пастель, настолько точные, настолько... Я бы не сдал, отточенные своим мастерством в этой технике, что меня это просто заворожило. И я думаю, ну как же так, почему же я ничего подобного еще не пыталась даже написать, нарисовать, создать. Итак, пастель и выставка пастели. Сравнивая эту выставку в Третьяковской галерее с творчеством известного пастелиста, скульптора и художника французского импрессиониста Эдгара Дега, честно говоря, там работы были такие в Третьяковке, которые по своей, как бы, своему мастерству даже превышали мастерство французского импрессиониста Эдгара Дега. Почему я так восхищаюсь еще этой техникой? Она очень сложная. Практически пыль, цветная пыль. Если ты занимаешься искусством пастели, ты знаешь, что такое пастель. Что чистый после написания какой-то работы ты никогда не выйдешь. Потому что настолько сыпучий, нежный мелок, что просто ты работаешь с пылью. У Эдгара, конечно, сюжеты в этой технике тоже как-то он приспособился к пастели. Вот именно художник должен приспособиться к пастели, потому что иначе будет работа просто вся грязная. Краски будут смешанные, нечеткие, грязные. То есть в этой технике, чтобы была аккуратность, это действительно нужно художественное мастерство и написание картин не только пастелью, но и маслом. Все это сопутствовало Эдгару Дега, все это сопутствовало нашим русским художникам, которые смогли даже превысить мастерство Эдгара Дега, но
то, и другое, конечно, причисляется к шедеврам мировой живописи. Вот эта работа «Аллегория лошади», где заложен Эдгар Дега, Рубенс и наши русские художники, в принципе, я думаю, отражает хорошо все, что может вообще создаться эта аллегория. Вот эта лошадь, стоящая на облаке, с крыльями, этот Пегас, который немножко напоминает того рубенсовского. Техника, я еще раз говорю, сложная. Очень нежные вот эти мелки тем, что